Ко дню печати в информационном центре атомной энергии прошла своя игра среди сотрудников СМИ. В Ульяновском регионе очень сильное печатное журналистское сообщество. И иногда очень хочется, чтобы эти профессионалы, чтобы люди, которые работают в этой сфере, коммуницировались между собой. Может быть, рождались какие-то интересные проекты, проводили время не только, может быть, в профессии, а в каких-то еще интересных вот таких вот научных игровых форматов. Популярная интеллектуальная телевизионная игра «Викторина» была специально адаптирована под журналистов и других работников СМИ. Проверить свои знания пришли 5 команд, представители портала «Кулправда.ру», холдинга «Сити Симбирск», КТРК «Волга» и «Репортер». Каждый участник был настроен на победу своей команды. Желание победить, оно, конечно, всегда есть в любой игре, потому что любая победа, она приятна. Специально не готовились, потому что просто времени не было, но... Например, я узнал о том, что будет такая игра буквально накануне. Конечно же, есть пробелы какие-то определенные, но я надеюсь, что сплотившись, мы покажем хороший результат. Основная цель игры – быстро ответить на вопросы и набрать как можно больше очков. Игра получилась интересной, были вопросы на эрудицию, историю ульяновской журналистики и даже политическую тематику. В течение игры лидеров и отстающих не было, команды с переменным успехом шли вровень. Но в итоге победу с небольшим перевесом в очках одержал коллектив «Волги». Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.